Вот так. Было принято решение Тульской городской думой о присвоении улицы, где мы находимся, названия улицы генерала Савилова. Мемориальную доску в честь нашего командира дивизии. Мы бережно храним память о тяжелых испытаниях, выпавших на долю наших отцов. Поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск России. Сегодня и всегда вы – авангард сильных, смелых и волевых людей. Вам под силу любые задачи. Там, где ждут помощи, защиты и мира, доблести и отвага нашей крылатой пехоты становятся залогом победы. Бойцы 106-й гвардейской дивизии, будьте верны славным традициям ветеранов-десантников. С честью несите службу. Вы могучая сила, оплот обороны и безопасности нашей Родины. Уверен, вы всегда будете верны присяге, верны своему долгу, своему Отечеству. С праздником вас! Слава ВДВ! Слава России! Награждение лучших воинов-десантников! Гвардии капитан Дроздов Михаил Викторович, начальник станции спутниковой связи, роты радиационной, химической и биологической защиты, войсковой части 3-5-2-9. Служу Российской Федерации. Гвардии рядовой Нилаев Руслан Юрьевич, старший разведчик разведывательного взвода разведывательной роты. Очаровательная мама двоих детей, единственная сегодня женщина в небе. Гвардии ефрейтор контрактной службы Ольга Пентюкова. Владимир Буламасов. Владимир участник боевых действий в Афганистане. Имеет правительственные награды. У него 849 прыжков. Приземляется старший прапорщик Алексей Гребнев. У него 600 прыжков.